Канал Thunderbird Studios.ua представляет. Всем привет, с вами Thunderbird, и это третья серия летсбилда, да, летсбилда нашего. И что же сегодня мы будем делать? Начнем мы с того, что будем закрывать здесь пол. Как же мы это будем делать? Пишем команду shpos1. Теперь shpos2. Смотрим ID. И set5. Set5, enter. Все, здесь мы закрыли. Так, делаем утречка. Теперь shpos2. Shpos1. Set5. Не понял. А, сэр. Сэр 5. Опять-то. Set5. Enter. Отлично. Теперь. Shpos1. Shpos2. Set5. И Shpos2. Shpos1. Set5. Так. Здесь мы сами можем быстрее это сделать. Так, такие вот у нас дубовые здесь плантации получаются. Ну, здесь можно shpos1, shpos2, set5. Так, теперь давайте, не знаю, мне не нравится вообще то, что здесь у него. Ну, сейчас это получается уже больше какой-то урок такой небольшой по Vault Edit. Давайте уберем весь этот песок. Пишем shpos1. Shpos, shpos2 надо, а не нет стоять. Пишем expand, ну, 10, expand 10, и пишем replace песок, я не помню, кстати, какое ID у песка. У песка 12 12 2. Вот, replace 12 2, enter. Теперь песчаник, это, да, это обычный песчаник. Replace двадцать четыре два, enter. И replace один, enter. И ID гравия у нас replace 13, enter. А, ну и давайте уже булыбу добьем. Replace 4, enter. Все. То есть и таким образом мы убрали, не затронув воду вообще. То есть это вообще просто отлично. Вот такие подобные манипуляции. На самом деле без Vault Edit мы бы делали это в десятки раз дольше. Так, что нам не надо, а нам
дубовые доски, наверное. Ну, уже вернулись они к нам. Так. Теперь. Простите, пожалуйста. Чуть-чуть, как говорил, уже приболел. Теперь. То есть здесь как раз, ну, сейчас на круги своя стали вот эти вот окошки. Так. Ставим сюда и сюда. Так, поскольку здесь у нас ванная комната должна быть, то так легко и открыто все не должно быть. Так, здесь мы... Давайте булыжник закроем. Так, ну здесь, наверное, мы тоже быстрее закроем булыгой. Здесь ставим в два блока. Так. Так. Ну, отлично. Сойдет. На тюрьму не похоже, на тюрьму не похоже. Все. Нет. Наверное, все-таки сделаем по-другому, уважаемые подписчики. Сделаем вот так вот. Да, так намного лучше. Ну, для меня, по крайней мере. Так. Теперь мы должны сделать здесь стены. Для начала берем здесь вот так вот, как уже здесь у нас будет в 4 блока шириной данная дверь. Вот сделаем по типу вот этой вот. Так, так. Раз, два, три. Раз, раз. Отлично. Теперь и сюда мы закрываем булыгой. Отличненько. Теперь здесь пишем шпос. О, здесь мы много, конечно. Шпос 1. Шпос 2. И сет. Нет, сет, а сет. Вот, сет 4. Enter. Закрыли все здесь булыгой. Отлично. То есть потом здесь мы будем еще мебель расставлять, но это уже совсем другая история. Так, здесь мы можем и вручную, в принципе, закрыть. Так. Но лучше привыкать уже к Vault Edit. Потому что так намного быстрее. Раз, два. Шпос 2. Шпос 1. И сет 4. Здесь мы полностью закрывать не будем, мы просто здесь чуть-чуть. Нет, 2. И сет 4. Теперь где мы здесь делаем дверь? Дверь. Дверь у нас будет где-то здесь. Дверь. Вот, ну, такая-то окантовочка для двери. И такая же у нас будет вот здесь вот. Все, здесь закрываем все остальное булыгой. Давайте возьмем дверь. Она у нас в механизмах. И деревянная дверь. И такая вот нажимная плита. Так, так. Так. Вот. Так. Пока что мы обустройством заниматься не будем. И надо придумать, что у нас будет здесь, уважаемые подписчики. Здесь у нас, наверное, будет... Ну, наверное, еще одна гостевая, возможно. Возможно, здесь будет телевизор большой висеть. То есть, надо будет помучить картины
и сделать что-то приятное. Возможно, там у нас будет и кухня, но это все будет решаться в дальнейшем. Вот. Такой у нас будет здесь входик. И как обычно. Раз, два, три. Так. Такая у нас красопетина получается. Так, теперь здесь. Здесь. Как мы сделаем здесь? Так. 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 И вот так. Кстати, можно сделать и так. Шпос 2. Шпос 1. 54. Сделаем здесь то же самое. Шпос 1. 2. Сет 4. И здесь закрыли булыгой. Теперь включаем денек. Так. Вот. Так. Давайте сделаем сейчас что-то. Нет. Все-таки в первой серии мы будем снимать. Ну, я буду снимать. Как сделать что-то красивое здесь вот. Ну, именно само здание, а потом уже буду заниматься интерьером. Да, решил. Решение принято, уважаемые подписчики. Теперь пишем здесь HPOS 2. Летим сюда. HPOS 1. И пишем стак, сколько, ну давайте 2, и смотрим, как получилось. Так, здесь у нас будет пол. Нет, не подходит. Пишем undo. В чем проблема? В чем проблема? А проблема в том, что регион слишком большой. Пишем контракт 1. Так, мы уменьшили регион, и теперь стак 2. Все. Отлично. То есть вот такая здесь у нас финтифлюшина теперь. И вот так хоть галопом бегай. Давайте заменим. Здесь все-таки надо бы вот так вот сделать. Уже, чтоб красиво было. Все, а там у нас уже и так красиво, и без этого. Так, здесь мы закроем, чтоб соблазна туда, так сказать, комнату Гарри Поттера закроем. Может быть. Ну, короче, потом, когда вы уже, если вы сами будете что-то подобное строить, уже сами решите, как его делать вам конкретно с этой, и что с ней творить, с комнатой Гарри Поттера. Так, здесь, ну, давайте пока что. Как бы получше сделать, а? Давайте. Пишем HPOS 1, HPOS 2, как всегда. HPOS 1. HPOS 2. Пишем. Вечно. Expand 10.
и пишем команду stack. И давайте посмотрю, как получилось. Получилось просто великолепно, уважаемые подписчики. Мне очень нравится, как получилось. Так, теперь, что мы будем делать здесь вот этажом выше? Здесь мы все закрываем двойным дабл-слэбом. Заходим сюда и ищем, вот, 43-м. Пишем шпос 2. Шпос 1. И пишем replace 98 43. Не, нулевой надо. Именно нулевой. 43. Иначе мы бы. Все. И вот здесь вот мы убираем. Так. Давайте здесь мы тоже уберем. Так, здесь у нас, скорее всего, будет бассейн в будущем. Да, будет вот здесь у нас бассейник, поэтому сейчас мы с вами возьмем вот такую вот прекрасную штуку. Double slab. Мне кажется, ничего в этом ничего плохого не будет из-за того, что я здесь сделаю бассейник, никто не умрет. По-моему, только должно людям понравиться. Ну, вам конкретно, уважаемые подписчики, вы же меня смотрите с Бастером, ну, когда мы снимаем вдвоем, когда не вдвоем, то смотрите только меня. Так, здесь все должно быть именно так вот. Ну, а здесь у нас... Нет, давайте вот это все поубираем. Вот такой будет загончик маленький. Теперь берем водичку. Заливаем как можно больше мест. Что это такое? А, это вода нормально не сделалась. Странная какая-то штука. Ну ладно. Здесь какой-то лаг у него. Не хочет он нормально там быть. Так. Теперь, как же мы сюда будем заходить? Заходить мы сюда будем просто элементарно, прям как Ватсон. Так, сюда. Здесь у нас деревянный пол будет. О, вот он такой, конечно, звучок прозвучал. Шпос 1. Шпос 2. И пишем. Конечно, немного криво сделал, ну ладно. Replace 0.5, Enter. Отлично. Так. И здесь мы, естественно, сделаем еще немного с дабл-слэбом поиграемся. Посмотрим, как оно будет смотреться. Так. Нет, сюда лишнее. Сюда. И сюда. Сбоку очень даже неплохо. Так. Так сказать, немного в летнюю тему уходим, но все-таки все мы хотим лето.
Хотя бы в Майнкрафте. Такой бассейн придает летнее настроение, мне кажется. Вот так вот. Отлично, просто отлично. Теперь, а мы в принципе можем же это все дело позаменять, чтобы оно здесь чуть-чуть, хоть чуть-чуть больше водички было, где поплавать можно будет. Так, ну и давайте сделаем так, чтобы не повываливаться. Все-таки в Майнкрафте вываливаться не самая приятная штука, я вам скажу. Честно говоря, я не сильно это люблю делать. Ну, вываливаться, конечно. Строить для вас мне приятно. Так. Тык. И вот сюда. Вот. Вот так у нас отлично получается. Фу-фу-фу. Ну да ладно, наверное, что-то мы с этим будем делать, потому что, честно говоря, оно не сильно смотрится, я вам скажу. Не очень хорошо. Мне на самом деле не нравится, по-честному. Давайте сделаем так. Шпос 2. Шпос 1. Вряд ли, конечно, что-то сейчас нормальное получится. И берем булыжниковую полуплиту 44 и пишем replace какой здесь ID 44 деленное на троечку. И ничего не получилось. Ладно, так что спавнитесь на канале, крафтите лайки, будьте в группу ВКонтакте. И всем пока.